Далеко-далеко, глубоко-глубоко в космосе, среди огромных звезд, пролетела одна маленькая комета. Комета была не простая, а кристальная, в сердце которой билась жизнь. И поскольку летела она уже давно и долго, решила она приземлиться на первую понравившуюся ей планету. Но не долетев до Земли, кристальная комета раскрылась, и жизнь, которую она несла, освободилась. Оказался это маленький принц-путешественник, который поселился теперь на этой маленькой планете. Приветище, старина! Сегодня мы с тобой поиграем за маленького принца, который каким-то случайным образом приземлился на маленькую, шикарную, красивейшую планету и будет здесь выживать. Новый день. Мне предстоит много работы. Во-первых, надо собрать немного ягод с кустов у озера. Итак, сегодня мы начнем день со сбора ягод. Ну что ж, приступим. Так, а где здесь озеро? И... сейчас мы проведем небольшую разведочку с тобой. Вон оно озеро. Планетка, конечно, для нас очень маленькая. Вот озеро я вижу. Хотя сложно это назвать озером. Я бы сказал, что это какая-то лужица с водопадом. Кстати, мы на этой лужице можем порыбачить. Интересно, я смогу сейчас это сделать? Люблю рыбачить, но сперва надо сделать удочку. Ага, у нас нет удочки, ну да, конечно. На что я надеялся? На палец, что ли, рыбачить? Воу, здесь есть участки земли. А значит, и фермерское дело здесь тоже надо будет развивать. Палаточка небольшая, наверное, это мы палаточку здесь сделали. Давай войдем. Нифига себе, у нас в палатке есть кузница. Жесть, чувак, ты с какой планеты? Как ты в палатку кузницу запихал? Я только матрас там вижу. Ладно, бежим, бежим дальше, ягоды. Надо что-нибудь захомячить. О, смотри, вот ягоды. Нужно потрясти деревце, давай потрясем. Хлыбыщ. Есть, ягода есть. Все-таки значит это озеро, да? Ну ладно, будем считать это озером. Мне удалось собрать немного. Я вернусь сюда еще раз. Ну конечно же ты вернешься. Межзвездный патруль, говорит Мун, я на разведзадании. Я нахожусь на странной крошечной планете. Никогда не видел ничего подобного. Она кажется необитаемой. Так, кажется... оу! Ты посмотри, она реально приземлилась? Оу-оу-оу-оу, смотри, какая мадам. Ну-ка, пойдем познакомимся. Кораблик, кстати, у нее ничего. Может, она нас заберет отсюда? Мадам? Здравствуйте, добро пожаловать на мою маленькую планетку. Я маленький принц, я заведую этой планетой. Здравствуйте. Здравствуйте, я тебя не заметила. Не знала, что здесь кто-то живет. Ну, конечно, я вообще маленький гном какой-то. Ты посмотри, какого я роста, а какого она. Она для меня гигантишься. Гигантишься. Гигант... как сказать, гигант женского рода? Что-то я затупил. Это все из-за нее. Я живу здесь один, меня зовут Арку. Ух ты, у меня имя есть, офигеть. Я Мун, разведчик межзвездного патруля. Я впервые на этой планете. Между прочим, она называется Дейланд. Наверное, это я пока спал придумал, да? Дейланд? На радаре ее нет и никогда не было. Она будто бы появилась ниоткуда. Ха, я вижу, тебе тут удалось обустроиться. Ты деловой. Не сомневаюсь, что ты сделаешь Дейланд очень приятным местом для жизни. Я помогу тебе. Ну вот, в помощнице набилась. Ладно, в общем, мы сейчас с тобой замутим мотыгу, которая поможет нам обрабатывать почву. Вот, и так, пойдем, пойдем, наверное. А что у меня справа вверху висят грибы? Я что, грибов наелся? Ну, наверное, да, я грибов объелся. Маленькая планета... опа, мне надо в палаточку зайти. Сейчас зайдем. Открываем кузницу. И у нас здесь появилась мотыга. Чтобы ее сделать, нужен один камень и одно дерево. Я так понял, у меня эти ресурсы есть, поэтому я сразу могу это все сделать, да? Вроде да. Огонь. Красава. Есть мотыга. Вот она, мотыга у нас есть. Мадам, вы посмотрите на мою огроменную мотыгу. Дамон, я сделал мотыгу. О, она дала нам морковку, прикинь. Пойдем-ка, сейчас мы засадим морковочку. Наверное, она вот про эту землю говорил, да? Да, здесь три участка земли. И они все предназначены для фермерского дела. Ну что ж, приступим. Значит, садим... о, есть еще и пшеница, ничего ж себе. Значит, будем мутить муку. Сюда садим морковочку. Теперь я могу использовать мотыгу, чтобы сажать семена на планете. Нужно найти место возле воды, чтобы посадить два семечка ельки. Тьфу ты, елки, елки. Елки-моталки. О, какие семена елки. Ну хорошо, сейчас мы их посадим.
Я вначале тут огород вспашу. Чтобы обрабатывать больше земли, нужен еще один колодец. Вот ёкарный. А просто взять и посадить не могу. Вот, допустим. О, ягоды могу посадить, смотри-ка, давай ягоды попробуем. Нужно быть ближе к источнику воды. Понятно, облом. Так, значит, ладно, пойдем елки посадим. Елки, палки, моталки. Где это озеро? Блин, земля-то маленькая, но зато такая круглая, аж на... В голове все вертится, крутится. Так, где это озеро, ё-моё? А, вон там где-то должно быть. Да, вот оно. Значит, здесь надо где-нибудь посадить елку. А где я ее посажу? Может, на пляже ее посадить? Ты видел когда-нибудь растущие елки на пляже? Давай-ка попробуем это сделать. Сейчас берем семена елки и подсадить на пляже. Вот тут вот я хочу. Давайте. Красава! На пляж елки будут расти, очуметь. И еще одну с другой стороны посажу. А у меня их целых 3 семечки. Ничего себе. Значит, у нас будет 3 елки на пляж расти. Отличная работа. Теперь мне нужно только подождать, пока деревья вырастут, чтобы получить больше семян. Смотри, у меня уже стало справа вверху 2 гриба. Откуда же у меня... Как у меня они эти грибы-то берутся вообще? Я понять не могу. Слышь, принц, ты когда грибы собираешь? Блин, какой роскошный корабль. Мне бы его как-нибудь угнать бы. Оу! Кажется, я скрылся в корабле. Кажется, мне спать захотелось. Пойдем подрыхнем с тобой. Спать. О, все, мы проснулись. Доброе утречко. Давай посмотрим, что у нас здесь. Блин, почему морковка до сих пор еще не выросла? Когда я ложился спать, ей оставалось расти 2 минуты. Пойдем к нашей подруженке подойдем. Может, она нам что-нибудь скажет. Так, у нас есть рецепт молоточка. Сейчас пойдем в кузницу и сделаем его. Кузница, молоток, все ресурсы есть, как обычно, это здорово. Готово, молоточек, где ты? Вот он, молоток. Шикардос, пойдем похвастаемся. Теперь у меня есть молоток, смотри какой он. Отличная работа, со временем ты будешь развивать навыки строительства. Я покажу тебе, как развести костер, это очень легко. Ага, но мне не хватает дерева. И правда, у меня дерева тоже не осталось. Ладно, похоже, нам просто придется срубить пару деревьев. Опачки, топор. Сейчас мы еще топорчик в кузнице сделаем. О, ты посмотри, у нас там мастерская появилась, только она еще пока закрыта. В мастерской можно сделать предметы ручной работы. Нифига себе, да мы еще ее велеры с тобой. Так, значит, топор, вот. Чтобы сделать топор, нам не хватает одного камня. Ага, ладно, пойдем молоточком своим помашем. Разбить. Опа, мощно как. Есть. Ура! В камне нашлась руда. Офигеть, я нашел золото, походу. Теперь я богат. Идем делать топорик. Топорик, топорик. Хлыбищ. Топор готов. А теперь нам нужно срубить пару деревьев. Неужели мне придется рубить эти ели, которые я посадил? Так не хотелось. Нет, этих я не буду рубить. Давай-ка я вот эти срублю. Эти уже стариканы. Все, ну поехали. Хлыбыщ. Есть. О, я еще могу пень разрубить. Нифига себе, прикольно, давай разрубим. И с него тоже деревяшку заберем. Круто. Ну что, я подобрал 5 дерева. Я думаю, мне этого будет достаточно. Пойдем спросим. Мун, у меня есть топор. Отлично, но помни, старайся сохранить баланс между деревьями, которые ты выращиваешь, и теми, которые ты рубишь. Костер. Наконец-то я сейчас что-нибудь подожгу. Может быть, я подожгу этот звездолет. Нафиг. И тогда она отсюда точно не улетит. Кстати, у нас тут морковище созрело. Ты посмотри, каких она размеров здоровых. Давай соберем. Почему я мотыгой собираю морковку? Просто выдрать ее вообще не судьба, да, походу, руками? Огонь. Вы накопили достаточно опыта, чтобы поднять уровень. Идите домой и поспите. Эх, пойдем подрыхнем. Воу. Что поднять, я даже не знаю. Могу поднять силу для борцухи или интеллект, чтобы мага ушатать. Ха, короче, с интеллектом я могу еще увеличивать прибыль от продаж. А, ну логично, да? Или физуху. Давай, короче, качнем физуху все-таки силу. Силу качаем. О, нифига себе, скоро я буду бороться с огромными мужиками и уделывать их. О, грибы нашел. О, они реально здесь растут, смотри, он мухоморыч. Берем мухоморыч. Надо погулять по этой планетке, здесь много интересного. О, интересных мест точно здесь хватает. Что это такое? Непонятно.
Теперь давай-ка мы с тобой что-нибудь построим. Чем мы можем построить? Вот, костер. Для костра нам нужно 2 камня и 4 бревна. Бревна есть, нужно добыть камни. Вот эти вот сейчас камни разобьем. И вот этот вот. Готово! Ура! В камне нашлась руда. Снова руда. Чем мне только с ней пока делать, непонятно. Значит так, построить нужно кострище. Сейчас мы его разместим вот здесь вот. Давай прям вот так, в корабль его... А, нет, в корабль не получится затолкать. Ладненько, тогда здесь. Строим. Готово! Надо зажечь его. Интересно, у меня есть спички или зажигалка? Попробуем это... Чтобы зажечь костер, нужно 2 бревна. Офигеть! Хотя там вроде бы лежат бревна, да? Ну ладно, пойдем срубим еще одно дерево. И нужно будет посадить елку. А давай вначале посадим елку. Садим, значит, садим... где вода у нас? Поближе здесь надо. Вот здесь посадим. Что это валяется? Там замушка какая-то. Сейчас мы ее подберем. А, это семена елки. Все понятно. Вот, значит. Баланс мы сохраняем. Мы посадили одну елку, а другую сейчас срубим. Готово. Ну вот, 2 бревна есть. Наступила ночь, и самое время разжечь костер. Воу-воу-воу, не-не-не, только не уничтожить, я хочу его разжечь. Блин, топор это, конечно, жесть. Зажечь. Есть, наконец-то. Круто, как тепло. Давай исследовать планету. Я хочу посмотреть, есть ли тут что-нибудь интересное. На холме я там видел кое-какое сооружение. Пойдем, я покажу тебе. Поперли, поперли. Мун, 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 мун. Где? Во, вот, смотри, какое сооружение. Вот. Нифига себе, там молния даже бьет. Секундочку. По моим данным, это древний алтарь, кристаллический алтарь. Когда я вернусь на базу, я поищу дополнительную информацию. Смотри, Мун, мой клон начал светиться по-другому. Чувак, повернись, я не вижу, как он у тебя светится. Монстры, к бою! Какие монстры? Ребята, победите монстров! Где? Когда? Как вообще? Как? Какие монстры? Вы что? Это разве монстры? Что это? Это слизняк! Господи, это слайм! Они здесь какие-то... Держи, мотыгой! Вот так вот! Эй, слизни, стопэ! Как они вообще здесь очутились? Какого-то лешего у меня... Оу, я подобрал слизь. Какого-то лешего у меня всего лишь один топорчик, а у этой девчонки бластер! Я тоже хочу бластер! Вот так вот! Уф! Неплохо. Возможно, однажды я смогу взять тебя на другие приключения. Я б с радостью, Мун. Мне пора улетать. С тобой было приятно встретиться. О, спасибо тебе. Ты вернешься? Конечно. Тем временем присматривай за Дейландом и защищай его от монстров. Конечно, вообще не вопрос. С этими слизняками любой справится. Молодец. До встречи, Арка. О, наконец-то она улетела. Так, а где ее звездолет? Вон она полетела. Чучундра. Неподалеку противники, ему не поздоровится. У меня смотри, как засветился кулон красным. Пойдем-ка на разборочки. О, грибочек. Какие разборочки? Я сейчас грибы лучше соберу. Ай, разборочки, разборочки. Вот он, я его вижу, иди ко мне. Получай по черепухе. По своей липкой, мерзкой черепухе. Все. О, что это такое? Слизь. О, колодец открылся. Скоро начнется дождь. Если построить колодец, можно будет накапливать дождевую воду для засушливых дней. Вот мы этим сейчас займемся. Идет сейчас дождь, и мы колодец мастерим. А, нужен камень. Пойдем камень добывать быстрее. Наконец-то! Сейчас мы вот здесь вот построим колодец. Вот прям здесь. Вот то... Да блин, дождь кончился! Ооо, как же мне не подфартило, вообще пипец. В колодце, между прочим, есть вода. Ооо, нужно сделать ведро, иначе я не смогу таскать воду из колодца. Ну, как бы ты кэп. Давай посмотрим, что нам нужно для... Грибы! Блин, грибы, как я обожаю грибы собирать. Воу, кто-то прилетел! Кто-то прилетел, где? Смотри, как... Что это такое? Офигеть. Это кто к нам прилетел? Ты садишься или как? Эй! Чувак! Сейчас, сейчас! Садись давай, разрешаю посадку! А, куда бы тебя разместить-то только? Вот, 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 давай сюда садись! Эй! Не понял. Я же тебе вроде разрешил посадку, чё ты свалил?
Ну вот, гость улетел. Тогда я соберу морковочку. И посею. Давай-ка я здесь посею. Ежевику. Пускай ежевика в этот раз вырастет. А, нет, я ее здесь не могу посадить. Зато могу посадить рядом с колодцем. Ну вот, давай вот здесь расти. И нам еще нужно с тобой сделать ведро. Ведро? Как, где рецепт ведра? Эй. Наверное, я его могу найти в палатке где-нибудь. Кузница? Точно, смотри. Я могу сделать факел и могу сделать ведро. Для ведра нужно побольше дерева. Вот, два посадил и срублю вот это вот одно. Ох, сил больше нет. Нужно отдохнуть и восстановить энергию. Блин, я совсем про это забыл. Ладно, пойдем подрыхнем. Спатьки. Ну что, если понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайкосики, а также оставь свой комментосик под видосик и не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а на этом я с тобой прощаюсь, тебе всех благ и удачки, и пока. Увидимся в новом видео. Так, а кто это к нам прилетел? Опять гости прилетели. Сейчас посадим гостяху. Давай, садись. Опачки, приземлился.